Так, сейчас будет очередной коротенький обзор героя. Только что закончили с Люсио. Осталось три героя на обзор. Нам в прошлых двух матчах очень не хватало танков. И как раз сейчас будет Райнхард. Единственный, насколько я помню, вообще герой в игре, который не обладает рейнджовой атакой. Ну, там есть там, как способность рейнджовая. Но, в принципе, основное оружие у него только молот. И, ну, он очень важный, конечно. Главное, чтобы у нас сейчас была оборона, а не атака. То с Райнхартом атаковать... Да, отлично, оборона, то, что нужно. Итак, пробегаемся быстро по способностям. Землетрясение — это ультимейт. Это что-то вроде клэпа перед собой. Конусно ты сбиваешь противников с ног, наносишь урон и еще можешь после этого добить. Рывок практически четко по прямой он идет. Можно регулировать с трейфом влево, с трейфом вправо, но нужно выбрать четко сначала цель и кинуться в, ну, кинуться на врага. Если вы попадете, то есть высокая вероятность, что вы его ваншотнете. С одного удара просто убьете. Огненный удар — это вот единственный рейндж, который есть. Но это способность. Выпускает огненный снаряд. Основная его способность — это энергетический щит, который стоит на альтернативной атаке. И, конечно же, молот, который наносит урон в ближнем бою. Молот. Раз. Райнхард, мало того, что он как бы сам по себе танк, у него 500 здоровья своего, 2, наверное, даже 4, ой, как это правильно сказать, больше трети, короче говоря, наверное, 3 пятых у него здоровье регенится, и щит, который он выставляет, он поглощает еще до 2000 единиц урона. Это рейндж атака. Кулдаун 6 секунд. Это чардж. Главное за пределы карты не вылететь. Такое частенько бывало здесь. Ну и, собственно, работаем. От Райнхарта главное прикрывать своих тиммейтов. И как только появляется возможность... Зря, кстати, пацаны сюда идут. Хотя туретка есть. Так что я буду стоять здесь. Как никто никогда не стоял. Ну, турель есть, все отлично. Сейчас попробую закинуть Ешку. Ой, пригвождены, блин. Я тоже его, в свою очередь, пригвоздил. Но оказался в самой гуще врагов, и меня забрали. Нормально. Ой. Да, там было не убить. Я попытался щитом прикрыть свой зад, но зад был слишком крупен. И там нельзя было это сделать уже. Да, используйте, кстати, чардж для того, чтобы быстрее добежать до точки. Только учтите, что надо подруливать немножко. Так вы выиграете несколько секунд, которые могут пригодиться. Они уже на нашей точке захватывают. Блин. Ну там один вроде свин. Твою ж налево, снайпер еще работает. Да я не мог сейчас убрать. Если бы я убрал, меня бы снайпер снял. Да, беда. Очень плохо, очень плохо. Очень плохо, ребят. За Райнхарта я тоже мало наиграл. Не люблю танков, на самом деле, потому что они... Ну, они, как правило, не очень подвижные. И они важны для тимы, но сами в соло редко что могут сделать. Хотя, если поставить, сделать нормальный ульт... Мы не будем защищать объекта? Такой вопрос у меня. Так, свин проходит. Ох, это ульта пришла Райнхарта. Прикрываем. Твою налево, там еще солдат. Так, давай-ка на шару. Нет, не на шару. Хиляемся, 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 хиляемся. Вижу снайпера. Щит на мне. Солдата прикрываем. Защищаем объект. Да! Хорошо, зашли сзади. Ушла наша заря, к сожалению. Я думал, что у меня тылы прикрыты, а оказывается... Но она справа, видите? Не заметила приближение саппортом. Как тебе Люсио? Люсио отличен. Люсио герой замечательный. Точку А мы отдаем. Сейчас я сообщение... Новая позиция обороны. Объект Б. Так. Почти есть на ульту. Ульта у нас перед собой. Кушечка и вперед. Не уверен, что нужно лезть. У нас там уже два трупа, один подранок. Снайпер работает. Заря, ты так не лезла бы, а?
Так, пошел ультимейт от свина. Ой, опять. Ох, я успел ему. И сейчас попробую. А, его уже убили там. Видели? Увернулся еще молотком, успел ему добавить. Резурект пошел. Ой, резурект, это жестко. Ну, кстати, я могу сделать вот так вот. И ульта, и пошли, поехали. Саппорта убить бы. Поставить. А давай-ка вот так вот, раз. О, солдат. Блин, понастроили всяких этих. Слушайте, тут у нас Райнхард на объекте. Иди сюда, иди сюда. Да, яй-яй-яй-яй, как? Интересно, молотом можно по голове попасть? То есть имеет ли смысл по голове бить? Мне кажется, как раз он по голове сейчас мне и попал. А, он ультанул тоже. Когда будет опять 2 на 2 или 3 на 3 в оверэдж? Ну, в паре, я думаю, будет следующая часть, потому что тут очень... Так, трейсер. Ее уже забрали. Ой, видели, какой чардж? Я не мог на свина, до свина добраться. Так, ультимейт от Зари. Я попробую чаржнуться. Ой, чардж на чардж. Ну, я вроде перечарджил его. Не знаю, может быть, сравнивается количество ХП, но... Справа проходит трейсер. Трейсер, кажется, по звуку справа проходит. Пара лупит в просто в жбан. Щит простреливает. Трейсер сожрала хпшечку. Блин, жесть. А, я же еще рейндж не юзаю. Вот сейчас юзнул рейндж, но его нужно выше давать. Тут слишком... Слишком. Тихо. 37 хп. 10 хилочка нас ждет. Да, в эту комнату не стоило заходить. Вот так вот я ворвался, как... Блин, капец. Сейчас могут и точку захватить. Ультимейт почти готов. Не забываем, по возможности нужно Е вообще спамить тоже. Как только понимаешь, что... Что есть возможность... Оглушение. Да, он первым ультанул. Ульта у меня появилась только после того, как меня убили. Ох, успеем. Там туреток, скорее всего, не будет уже к тому моменту. Будут сейчас считанные секунды для того, чтобы... Нет, уже не будет секунд. Увы. Ты бы освоил 2-3 героя и ломал лица за них, говорит Хсайерк. Да, я об этом говорил уже, что нужно за... Ну, это скучно, во-первых, за 1-2 героев играть. А во-вторых... Надо хотя бы базовый обзор сделать за каждого из героев. Потому что, ну, как бы, те люди, которым по, ну, которых нет ключей, которые захотят поиграть, у них должна быть хотя бы базовая инфа к тому моменту, когда игра у них окажется на руках непосредственно. Поэтому цель не столько там статистику свою улучшать, сколько базу показать. Ну, скоро, кстати, отстреляемся. Осталось буквально парочку героев. Сейчас нужно исправить базовые ошибки по Райнхарту, потому что я очень редко юзал Е. Это самая, наверное, очевидная вещь. Промахивался часто Q, но это от отсутствия практики. Ешку попроще кидать. Е можно закидывать, она соточку отнимает, насколько я помню. Она сплэшовая. Там, на позицию, где там Ханзо стоит, снайпер стоит, можно хорошо кидать Е. Ищем. Ага, человек получает инвайт бету и бежит смотреть обзоры героев от Майкера. Да нет, я имею в виду, что как раз сейчас, пока беты нет, я же вроде Эренимус, вроде высказался достаточно понятно, что пока доступа у игры, ну, не у всех она, грубо говоря, есть. Понятно, что когда игра появляется, хочется играть как можно больше. Но сейчас-то можно и посмотреть, поизучать. Пользователь Ронни активировал премиум на ваш канал. Ронни, спасибо большое тебе за подписку. Я могу к тебе присоединиться через плюсик или это в пати пригласить? Не знаю, не пробовал ни разу.
Так, ждем, ждем. Нужна желательно карта какая-то на О. Вот это хорошая карта. Пусть атака, пусть защита, неважно. Оборона, окей. Потому что даже на атаке можно рядом с транспортником стоять и улыбаться. Ну, я вышел, как бы, Ешку кинул, потом увидел, попробовал чарнуться, и на этом моя история закончилась. Цепанул. Ари, трейсер, ари. Стоп, а почему я... Я, кажется, таргет неправильно поставил просто. Промахнулся. В землю просто тыкнул и все. Нашли игроков, сейчас будет нормальная игра. Вы прибываете на пост наблюдения Гибралтар. На слабых ноутах, говорят, игра запускается, тестили. Готовьтесь атаковать. Присоединиться к группе игрока Окспер. Нет, отказаться. Окспер, прости. Ну не надо, мы как будто в сраном зоопарке, смотреть можно, трогать нельзя, свинское отношение Blizzard к играм. А вообще-то не прав, CPL Taylor. Такие темы обусловлены исключительно необходимостью потестировать, собрать фидбэк перед тем, как допустить к игре большее количество людей. Потому что с точки зрения вот разработки по сайту могу точно сказать, что чем больше людей, тем сложнее справляться с нагрузкой, во-первых, тем больше багов единовременно люди находят. Поэтому в идеальной ситуации ты должен постепенно увеличивать группу людей, которые играют. Сначала у Blizzard это Friends and Family, вообще закрытая группа, там несколько десятков человек. Потом какие-то избранные тестеры, не публичные, тоже туда попадают. Следом вот идет вот текущий тест, когда уже, ну, количество людей измеряется в тысячах. Ну и дальше. Тоже волнами будут ключи давать. Это все обусловлено особенностями разработки и необходимостью балансить игру, править баги на небольшом количестве игроков. Если бы ты получил игру сырую, с багами, ты бы еще сильнее расстроился, я уверен. Так, поехали. Я под щитом вроде как. Ну, вроде как. Подходим к целям. Куда я кидаю Ешку? Ну, ё-моё, ну. Так, по мне там лупят. Жёстенько лупят. Я вижу Ханзо, они оба забежали сюда. Попробую на шару просто откинуть. На, Алена, на, я сказал на, есть. Сколько у них, 3 рипера, что ли? Вы с ума сошли? Уже сменили. Хорошо. Держимся, двигаемся четко. Вообще, мне кажется, что Рейнхард must have на картах. Так, снайпер где там? Так. На картах сопровождение за атаку. То есть это вообще один из самых полезных героев, потому что позволяет, вижу снайпера слева. Ну, вроде он уже не сможет доставать. Так, все на контрольной точке. Да! Бах! Бах! И ультуй! Да хватит лечиться, хорош. Блин, я тут раскидал дофига народу. Просто дофига раскидал. Вы видели? Так, у нас 7 с лишним минут. Мы дошли до первого чекпоинта практически без каких-либо задержек. Надо сохранять положительную динамику, держаться рядом с целью. Правда, здесь уже что-то я не вижу наших пацанов. Заходим, смотрим. Ой, блин, плохо. Там слишком что-то все жестко. Не-не-не-не-не, надо выцеливаться. Да, нельзя так делать.
Против такого товарища очень сложно сражаться вблизи, потому что у него дамаг больше, чем у тебя с руки. Если он стреляет точно, то это трындец. Как меня подбафал. Так, строятся новые туретки. Вижу наверху. Ну, прикрываемся, прикрываемся. Где, где, где груз-то? А, груз уже за пределами. Чем мы здесь стоим-то? Ё-моё. Да я туплю. Да, надо еб целиться точнее. То есть, когда ты идешь, у тебя курсор всегда гуляет. Всегда гуляет курсор. Ой, еб! Так, восполняется щит. Я подожду немножко. 800, 900, 1000. Поехали. И ульта от этого пошла. Тоже зря. Зря. Надо, чтобы отпустило у них. Снайпер стоит сверху. Я всех вижу, в общем-то. Пригвоздил. Хорошо. А давай. Двоих, но нет продолжения, к сожалению. Я... Там фара, правда, продолжила. Молодец. Фара там сверху постреляла, я видел. Вот этих я повалил, и фара сейчас сверху еще трррр, пошла. Пойдем. Возвращаемся. Пять минут. Плохо. Двигаемся, медленно уже двигаемся. Надо дальше продвигаться. Мне надо просто держаться как можно дольше, и все. Держаться и изредка высовываться. Вот так вот мочить пацанов, но главное держать блок. Главное держать блок. Ну и... Там ультует солдат, получил он АУЕ. Я все, всех щитом прикрываю. Тут, правда... Так, там снайпер сверху пошла. Так, давай-ка мы к этому товарищу... Ой, нет! Блин, добил. Я думал сейчас... Ну и там один удар буквально остался. Один удар у него. Да, наполучал. Врываемся. Девяносто 4% на ульте. Так, вижу... Так лезет Рипер. Ой. Так, давай-ка. Так, чтобы ультануть хорошо. Хорошо, наработаем. Да блин, ну как так-то? Господи. Там ульта в Ханзо влетела. Все равно влетела. Я думал, что мы про это самое. Короче, я там за сплэшем трех человек-то точно положил, но... Но продолжения опять не было, продолжения, понимаете? Надо делать его таким образом, чтобы вот прям ты вот прям вот был фуловый. И опять ульта спасает вот этого пацана. И этот солдат ультует. Капец. Рипер наверху. Надо двигаться, что нам делать? Щит, конечно, не выдерживает столько ударов. Сверху стреляет солдат. Так, ну щит восполнился. Блин! Где, пацаны? Ну! Есть ультимейт, но нельзя его сейчас юзать. Ни хп, ни щита, ни хрена. Там ультует жнец. Ё-моё. Щита нет. Ладно, давай ультуем. И опять спасает Люси у них. Хорош. Вообще после ульты не надо бить танка. Потому что, как правило, после ульты буквально на один удар остается у людей с там 200 хп.
Поэтому мочить человека, у которого до этого было 500, абсолютно нерационально с молота. То есть, сделал ульту, добил мелочевку. Не надо бить свинью, она слишком жирная. Опять ультимейт пошел от Ханзо, не знаю, куда прилетит. Ой, рядом. Не, не рядом. Один у нас мертв, двое под ранки. Я пытаюсь подбежать. Я здесь. Ханзо. Пытаюсь на него накидывать периодически. Откуда звук? Тут отовсюду просто, отовсюду. Да. Ну я тут рядом с Макри, поэтому... Да, шикардос. Просто шикардос. Жнец у них хорош. Ну, то есть... Он логичное действие сделал, но... Но красиво получилось. Комби ульту с разгоном. Стань целься, беги. Да. То есть беги, стань и бей. Такая последовательность должна быть. 30 секунд. Все очень плохо. Ладно, ульта. Да, ну это забей. Это забей. Я вроде там одного убил. Но время упущено. Бах. Доп время есть, набежать очень далеко. Наши находятся рядом, насколько я вижу. Нет, уже не рядом. Нет, рядом снова. Ультимейт. Щит выставляю, иду вперед. До чекпоинта бы дойти, до чекпоинта дойти. Солдат ультует. Еще немножко. Рипер сзади. Блин, умер! Ну там и щит уже упал, все это ГГ. Ой, красиво как, а. Просто красавчик. Ладно, первый, блин, комом. Очень мало я играл Райнхартом, повторюсь. Танки это не мое. Но надо... Да, он красавчик. Это последний момент, скорее всего, сейчас будет. Потому что там сумасшедшее количество дамага было нанесено. Капец. Он положил всю тиму. Офигеть. Это просто супер. Я бы его плюсанул, если бы он был здесь. Даже некого, люди не плюсуют, потому что, ну, Рипер жёг. Так, давайте попробуем еще разок. Следующая карта, ну, один-два раза. Ну, скорее всего, два раза попробуем. Потанковать. Понять вообще, как что делать приблизительно. Надеюсь, что разок удастся. Даник поддержал ваш канал на сумму 30 рублей ровно. Возьми вдову, подойди спиной к стене и нажми эмоцию смайли. Си вверх. А, ну, я понял, да. Представляю, что ты хочешь увидеть. Я запомню, когда буду вдовой играть. Взять вдову, подойти к спиной к стене, нажать смайлик. Окей. Так, у нас оборона. Здесь Райнхард должен быть вообще шикарен. Незаменим, я бы даже сказал. Посмотрим, что выйдет. Ты почти 20к заблочил так-то. Ну а толку-то? Воу-воу, громкость. У нас что, та же самая тьма? Не запомнил я никнеймы. Вот наша первая точка, от которой можно плясать и нужно плясать. Вот я тут аккурат хорошо со щитом
помещаясь. Но помним про то, что люди проходят через это здание. Люди могут оказаться и, ну, по второму этажу могут обойти туда. Ну, или перелететь там с гарпуном, или с телепортом, неважно. Главное держаться здесь. Помним о хилке тут. А если что, куда мне в это самое... Короче, мне главное ускоряться не туда. Потому что если я там окажусь, то, скорее всего, меня примут. То есть можно ловить, гвоздить вот здесь у человека. Или вот здесь вот спокойно влетать. А Ешки закидывать как раз в дверной проем. Она достреливает вообще? Ух, у нее рейндж-то сумасшедший вообще. Реально сумасшедший рейндж. О, попал, половина хп, 150 хп навносит. Я в шоке. Ешка, это наше все вообще. Все, спам Ешку. Там Уинстон. Куда же вы лезете, друзья? Ну, не надо лезть. Тут был просто Макри. Двое обходят нас. Ой, ёпперсет это! Как там туретки? Да, нельзя сюда уходить. Нельзя, пацаны, нельзя. Я танк, я не должен умирать. Я должен умирать самым последним. Точнее, самым первым. Ну, так и произошло, между прочим. Ну, неважно. Так, подходим, подходим, подходим. Надо ускориться еще так, чтобы углы не пособирать. Ой, я рулил как мог. Противники уже повсюду. Бастион собирается. Тут турелька раскладывается. Надо Ешечку прям в турельку закинуть. Отлично убили турель. Молодые турели убиваются изи. Так, и не отходи сильно от. Так, наша ульта. Вражеская ульта. Это надо гвоздить сейчас будет. Ну, ёппарасоте! Люсио, где ты, маленький? Иди сюда! Иди сюда, я сказал! Турельку убиваем. Так, ой-ой-ой, Макри, Макри, вижу Макри. Все в щит, все в щит. Ой, щит не поставил сам. Слушайте, хороший герой. Ешку, если не забывать, это каждые 5 секунд он 100-150 урона наносит. Молодец. К сожалению, точку А вряд ли защитим, потому что танка нет. Без танка они ничего не могут. И я ульту вовремя не прожал. Но я ждал специально, на самом деле. Я не хотел на Люсю тратить ульту. А потом, когда увидел жнеца... Давайте здесь попробуем постоять, подождать. Вижу две турели. Капец, как же больно. Как же больно, честное слово, ну. Ой, сверху снайпер. Попробуем ей Ешку закинуть. Хорошо, зашло. Ну, правда... Да, ее добили. Так, давай культанем тут. Нифига себе халява! Вы видели? Ульта моя не пробивает щит этого танка, дешевый. На него даже не подействовало ничего. Не действует обычный щит обезьянки, как ее, Уинстона. И все. Обнаружен снайпер. Так, ладно, подходим к объектам. Времени у них, конечно, вагон. Вижу турельку, здесь надо защищаться. Вражескую турель надо подрезать по возможности. Жнец обходит, скорее всего, здесь будет. Да, он уже убил кого-то. Он двоих убил. Снайпера вижу. Ё-моё, как все плохо, а. Сейчас хилку дождусь и свалю отсюда нафиг. Блин, там у них такой грамотный инженер.
Не хочу я ульту юзать. Ну, честное слово. Во-первых, на одного, во-вторых, рядом щит, но фиг его знает, как он успеет в этот момент нажать назад. Ой, жесть. Подходим. Пять человек стоят. Надо держаться, надо прикрывать пацанов. Опять турель стоит. Она очень быстро снимает. Снимает щит. Надо держаться с угла, по крайней мере. Коплю щит. Он начинает сам регениться спустя где-то полторы секунды спокойствия. То есть надо чередовать. Ты что, предлагаешь? Я не хочу бежать вперед. На турели уже бежало столько Райнхарта, вы знаете, и все они заканчивали одинаково. 4,5 минуты у них. 4,5 минуты. Надо, короче, уйти, за, чтобы та турель не доставала. Сверху Макри. Там ультует Уинстон. Справились. Упал. Так, а ну-ка давай, гномик. Давай-ка ты не будешь выпендриваться. Турель одну поставил и хватит. Опять щит. Блин, опять щит. Держим. Там и слева турелька все-таки поставил. А, это бастион вообще. Слушай, может бастиона тогда я убил? На бастион не действует тоже. Короче, ульта щит не пробивает. Вот смотрите, бах. Ну, то есть, только после того, как я обошел сзади и начал атаковать. То есть, он не упал, он не был оглушен. Он просто стоял и продолжал стрелять. И только вот методом проб и ошибок. Так, Макри где-то ультует, я вижу. Да, его сверху сняли, хорошо. Отталкиваем назад. Ох. Ешку успел, турель убить успел, но бастион и дальше меня с вдовой. И эту тоже подэмэджил. Хорошо. Так. Рипер ультует. Я вижу, турелька ставится уже в неправильном месте. Это очень плохо. Там начнется уже скоро жесть. Они все рядышком. Ультануть! Блин, капец, вот такой трэш творится. Да, и опять турель, а? Ну, точнее, бастион меня. О, но там был фарш. Да, ну все, и 500 хп снимается у тебя буквально за секунду. Подержал на мушке. 1,5 минуты, а они уже практически на точке. Надо как-то держаться, надо сдерживать. Вот здесь, наверное, проходим. Крысавчик там еще работает у них. Крысавчика вижу. Так, ультует, сейчас будет ставить еще одну турель. Наверное. Не, он просто идет вперед. Пригвоздить может как-то. Нет, ставит турель. Гвожу. Ульта, как вовремя! Ультую! Нет, бастион! Воскрешение! Да! Нет, не дойди сюда! Обойди! Но! Блин, но!
Победа! Почти победа, пацаны! Последняя атака, надо отбиться, последняя атака. Вижу красавчика, который идет, ему сразу наперед закидываю и добиваю! Добил, хорошо. Прикрываемся, лечимся, есть ультимейт. Работаем в ограниченных пространствах для того, чтобы ультимейт работал эффективнее. Ешечку прокидываем по КД в надежде на кого-то. Там ультует Бастион, я слышу. 12 секунд, 10. Ультануть обязательно в последние 10 секунд. Тут один рипер. Нет, не один, давай. Давай на двоих. Раз. Пошел. Да есть же дополнительное время, блин. Тут ультует Уинстон. Прикрою щитом, посмотрим, что будет. Он закрывается сам щитом. Ультует красавчик Блинк. Ультует красавчик. И Макри ультует, но неважно, он сквозь щит не должен проломиться. Они все еще здесь. Опять щит. Винстон падает после прыжка. Вижу красавчика сверху. Так, там Бастион стоит. Красавчика очень мало хп. Так, тут турелька делается, но там Бастион слева, не надо было идти вперед. Хорошо, что не продолжил преследование. Снова под щит. Добит турель. Не дать достроить. Почти ульта откатилась. Ешечку закидываем. Нету свободных ресурсов. Нету. Щит. Последний щит. Они идут. Пригвоздить. Ультануть. Хорош. Давай. Пошел. 5 убийств. Да есть же. Ну что, все, пацаны. Вот это да, вот это танк, вот это он молодец, да, он многое может. It was intense. Мне не дали, конечно, лучшего игрока матча, к сожалению. Дали какому-то пацану, который вообще вроде как ничего не делал. Но в конце, ребята, затащил-то кто? Вот что, я как стоял, так и стою, у меня вообще Яо на этого, ой. Ну, почти Яо. Вот это да. Что эффективнее по урону сделать за время стан ударить два раза молотом или сделать ешку? Я не знаю. Вот меня уже эпик, смотрите. 7 плюсов. Ну там реально было два момента просто шикарных. Просто шикарных, которые просто переломили ход битвы. Я не говорю, что там щит поглощал, это понятно. Главное, что была там ульта, была мели, были там ешки, в общем, все было хорошо. Блин, Райнхард, хороший герой, буду за него почаще играть, когда нужен будет танк. Так, у нас две игры Райнхардом или три? Сколько мы за него уже играем? Подскажите, пожалуйста, кто следил? Приготовьтесь атаковать. Я бы еще разок за него сыграл. Кажется, два мы раза играли за него. Майкер сказал, что он не выключает микрофон в игре, говорит Шамай. В смысле, как Шамай? У меня чат в принципе выключен. You should not have muted mic in game, good game room. Это я их замутил. 3-4. Ну тогда я, наверное, ливну. На такой радостной ноте покидаю матч. Да, я замутил, потому что часто бывает, что там попадаются флуят и прочее. Заканчиваем на этом первую часть по Райнхарту. Наверняка будет еще серия, вот я вернусь обязательно к нему. Сейчас попробуем добить еще оставшихся двух героев. Коротенький обзорчик, посмотрим. Стоит. Я сигаю. И ультую. Убиваем снайпера. Бастион. Ставим щит и ливаем. Да, хрен с два отсюда ливну. Но я сделал все, что мог. Убил снайпер, убил бастион. Молодец.